Сегодня мы здесь открываем школу вратарей Руслана Нигматуллина. Вот и дошла очередь и до Питера. Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин открыл в северной столице вратарскую школу своего имени. Теперь и питерские мальчишки смогут постигать азы вратарского искусства у одного из лучших российских голкиперов. Понятно, что проводить регулярно тренировки лично у Нигматуллина не получится, но ведь Питер богат вратарями. Может, кто-то из них будет помогать Руслану? Поживем, увидим. Пока загадывать не буду. Вот. И подожду, как Малафеев закончит. Пока же Малафеев не закончил, Нигматуллин разрывается между двух огней. Ведь Руслан – это не только бывший вратарь, а еще и модный действующий диджей. Вратари, занимающиеся под диджейские сеты Нигматуллина – это круто. Правда, сам Руслан разграничивает эти два своих увлечения. Но музыку мы оставим для настроя перед тренировкой и для уже отдыха после. Я стараюсь не перемешивать музыкальную деятельность, футбольную, так что всему свое время. Санкт-Петербург насладился Нигматуллиным сполна. Кто-то побывал на открытии школы, а кто-то понаблюдал экс-вратаря за диджейским пультом. Специалисты говорят, что он одинаково хорош и там, и там.